Всем привет! И сегодня мы выполняем домашнее задание по учебнику Next Move Workbook 1. Страничку 55 по просьбе нашего подписчика. Сегодня у нас грамма comparatives, грамматика сравнения. Задание 1. Write the comparative form of these adjectives in the correct column. Напишите сравнительную форму этих прилагательных в правильную колонку. Short adjectives ending in E, adjectives ending in Y, long adjectives. В short adjectives мы вписываем smaller, cleaner, hotter, nicer, whiter, and larger. Adjectives ending in Y: dirtier, easier, and funnier. Long adjectives, которые мы не можем поставить R. Interestinger. Мы не можем так написать, поэтому мы пишем more interesting, more disgusting, and more delicious. Переводим. Короткие прилагательные. Это у нас будет меньше, чище, горячее. Короткие прилагательные, заканчивающиеся на и. Круче, белее, больше. Прилагательные, оканчивающиеся на y. Грязнее, проще, веселее. Длинное прилагательное. Интереснее, отвратительнее, вкуснее. Все слова из бокса, которые у нас были, мы использовали. Можем это проверить. Hot и white уже использовано. Задание 2. Complete the sentences with the comparative form of the adjectives. Закончите предложение со сравнительной формой этих прилагательных. The station hotel is smaller than the park hotel. The cafe is noisier than the restaurant. The French menu is more difficult to understand than the English menu. The waiter is younger than the customer. Lunch is cheaper than dinner. These salads are better than the pizzas. Переводим. Station hotel меньше, чем парк отель. Кафе более шумное, чем ресторан. Французское меню сложнее, чтобы понять, чем английское меню. Официант моложе, чем посетитель. Обед дешевле, чем ужин. Эти салаты лучше, чем пиццы. Чем эти пиццы. Превосходная форма слова good, good, better, the best. Задание 3. Rewrite the sentences in exercise 2 with these adjectives. Перепишите предложение в упражнении 2 с этими прилагательными. Bed is expensive, large, old, quiet. Large у нас уже использовано.
значит, нам его больше использовать не нужно. The pub hotel is larger than the station hotel. The restaurant is quieter. Is quieter than the cafe. The English menu is easier than the French menu. The customer is older than the waiter. Dinner is more expensive than lunch. The pizzas are worse than these salads. Здесь превосходная форма bad, worse, the worst. Отель больше, чем station отель. Ресторан тише, чем кафе. Английское меню проще, чем французское меню. Посетитель старше, чем официант. Ужин дороже, чем обед. Пиццы хуже, чем эти салаты. Все слова из бокса, которые у нас были, мы использовали. Задание 3 мы выполнили, переходим к заданию 4. Complete the text with the comparative form of these adjectives. Закончите текст со сравнительной формой этих прилагательных. My family isn't very big. There is just my mom, my sister and me. I'm 13 and she's 11. My sister's younger than me, but she's taller. We live in a small flat. I've got a big bedroom than she has, but her room is cleaner and tidier. At school we like different subjects. I'm better at English and French because she finds languages more difficult than I do. She likes PE and she's a fast runner. She's faster than me. She's got lots of friends and she's more popular than me. She's noisier too. Переводим. Моя семья небольшая, это только моя мама, моя сестра и я. Мне 13, ей 11. Моя сестра моложе, чем я, но она выше. Мы живем в маленькой квартире. У меня большая, больше спальня, чем у нее, но ее комната чище и более убрана, чем моя. В школе мы любим различные предметы. Я лучше в английском и французском, но она нашла языки более сложные, чем я знаю. Она любит физкультуру и она быстро бегает. Она быстрее, чем я. У нее есть много друзей, и она популярнее, чем я. Она шумнее тоже. Задание 4 мы выполнили, переходим к заданию 5. Compare these things. Use the adjectives. Сравните эти вещи. Используйте прилагательные. Давайте сначала рассмотрим картинки. Теперь выполним упражнение.
The blue car is cheaper than the red car. The red car is more expensive than the blue car. Второе предложение. Green bag small, yellow bag large. Мы пишем. The yellow bag is larger than the green bag. И теперь наоборот. The green bag is smaller than the yellow bag. Третье. Tom's bike is older than the Sam's bike. И теперь наоборот. Sam's bike is newer than the Tom's. Tom's bike. Четвертое предложение. Ella's phone is quieter than the Judd's phone. Judd's phone is noisier than the Ella's phone. И последнее, пятое предложение. Dan's t-shirt is cleaner than the Sam's t-shirt. Sam's t-shirt is dirty than Dan's t-shirt. Переводим. Синяя машина дешевле, чем красная машина. Красная машина дороже, чем синяя машина. Желтая сумка больше, чем зеленая сумка. Зеленая сумка меньше, чем желтая сумка. Велосипед Тома старее, чем велосипед Сэма. Велосипед Сэма новее, чем велосипед Тома. Телефон Эллы тише, чем телефон Джуды. Телефон Джуды шумнее, чем телефон Эллы. Футболка Дэна чище, чем футболка Сэма. Футболка Сэма грязнее, чем футболка Дэна. Мы выполнили всю страничку 55. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новых уведомлений на нашем канале. И всем пока!